Всем привет! При выборе Bluetooth наушников я заострил свое внимание на фирме Blitzwolf. Как-никак это один из качественных и зарекомендованных брендов. И у этой компании есть 5 моделей. Но Blitzwolf выпускала их в таком порядке. Сначала BWFYE1, 2, далее 4, 5, а только потом она вернулась к третьей модели. Так что если они третьи, то это не значит, что они хуже, так как они считаются последними. Почему они сделали именно так, я не знаю. Видимо, были какие-то причины. Поэтому я сначала купил третьи, а чуть позже придут четвертые, так как те являются самодолгоиграющими среди всех моделей, включая эту. Теперь пора приступить к обзору. Укомплектованы не очень хорошо. Вложены в ячейки из поролона. Помимо самих наушников и футляра в комплект входят сменные амбушюры, microUSB кабель для подзарядки, инструкция на нескольких языках, вот только кроме русского, и гарантийный талон. Да, у этой модели футляр, конечно, трудно назвать компактным, но зато у него есть два значимых преимущества. Первое – это емкость аккумулятора, которая здесь составляет 2600 мАч. И этого хватит, чтобы зарядить полностью наушники до 16 раз. Помимо этого, он еще может заряжать разные гаджеты. Конечно, это не 10 тысяч миллиампер, но немного оживить тот же, к примеру, телефон все-таки можно. Внутри футляра имеется треугольный индикатор, сигнализирующий статус заряда. Встроенные в него магниты довольно хорошо и плотно держат наушники и не дадут им выпасть, даже если футляр будет перевернут. Они изготовлены из глянцевого пластика. Каждый из наушников снабжен контактами для зарядки и микрофоном. И основной отличительной чертой делает их то, что они снабжены сенсорными кнопками, а не механическими, как у их предшественников. Это, конечно, выводит их на новый уровень, но все-таки иногда происходят случайные нажатия. В ушах они фиксируются хорошо и не выпадывают, а как они выглядят при использовании, судите сами. Во время разговора с ними собеседник слышал меня отлично и ни разу меня не переспрашивал. Они автоматически включаются при их изымании из футляра и выключаются при установке обратно. Еще они автоматически выключаются во время бездействия в течение 10 минут. Так же, как и другие модели, эти снабжены Bluetooth версией 5.0. Сенсорные кнопки делают управление телефоном намного комфортнее. Для паузы или включения трека необходимо однократно нажать, точнее даже прикоснуться к клавише на любом из наушников. Для переключения следующего трека зажать на пару секунд клавишу правого наушника. А для перехода на предыдущий трек левого наушника. Двойное касание любого из наушников вызывает голосовой ассистент. Во время приема вызова однократным касанием снимаем трубку. А при двойном нажатии отклоняем вызов. Звук у них чистый, с хорошими, глубокими, мощными басами. Опять же, для любителей слушать музыку очень громко, они все-таки могут показаться тихими. По крайней мере, в сравнении с проводными подобными наушниками, они играют тише. Но как по мне, то этой громкости вполне достаточно. При просмотре фильмов задержки звука я не заметил, даже когда они были подключены по Bluetooth к телевизору. Но во время игры в PUBG Mobile она все-таки присутствует. Данная модель обладает водозащитой по стандарту IPX6, которая защищает от водяных потоков и сильных струй из любых направлений. В общем, под дождем и во время принятия душа вода на них никак не должна повлиять. Касаемо автономности, время непрерывной работы наушников составляет 2,5 часа, а емкость аккумулятора здесь всего 40 мА. Хотя на предыдущих моделях емкость аккумуляторов больше на 10 мАч. В итоге могу сказать, что эти наушники меня порадовали. Они снабжены кейсом с аккумулятором большей емкости, как я уже говорил, на 2600 мА. Помимо этого, он имеет функцию пауэрбанка.
Они прекрасно сидят в ушах и довольно качественно звучат. Кому интересна цена и где я их приобретал, ссылка в описании под видео. Всем всего доброго, пока-пока.